Sí, tengo dos cabrones aquí. No. Это напоминает мне анекдот. Заходит один парень в бар. Подходит к бармену и говорит: «Бармен, хочу с тобой поспорить. Давай забьемся на 300 баксов, что я нассу вон в тот стакан, вон туда, и не пролью при этом ни капли мимо». Бармен смотрит, до стакана добрых метра три, не меньше. «Давай». «Значит, ты можешь нассать вон в тот стакан, стоя здесь, и говоришь, что не прольешь при этом ни единой капли, и ставишь на это $300, я тебя правильно понял?» Парень отвечает: «Именно так». Бармен говорит: «Молодой человек, считай, что мы забились». Парень говорит: «Окей, тогда начнем». Вынимает болт, смотрит на стакан, думает про стакан, думает про стакан, потом думает про болт, думает про болт, думает про болт, болт, стакан, болт, стакан, болт, стакан, болт, стакан, болт, стакан, и фух, начинает ссать. И сыт на все, что есть вокруг. Сыт на стойку бара, сыт на стулья, сыт на пол, сыт на телефон, на бармена сыт. Он сыт на все вокруг. На все, кроме этого ебаного стакана. Ага. А бармен смеется до охуения. Он теперь на 300 баксов богаче. Он смеется, ха-ха-ха, и моча у него по роже течет. Он смеется и говорит: «Ты, идиот пизданутый, ты обоссал все, что только можно, а в стакан так и не попал. Ты мне должен $300, сучонок». А паренек говорит: «Извини, сейчас, одна секунда». И идет в другой конец бара, где пара ребят гоняют шары на бильярде. Но он к ним подходит, о чем-то шепчется, потом возвращается к стойке и говорит: «Вот твои 300». Бармен ему говорит: «Хули ты радуешься? Ты же только что проебал $300, идиотина». А парень говорит: «Видишь вон тех ребят? Я только что поспорил с ними на $500 с каждым, что нассу тебе на стойку, нассу на пол, нассу на телефон и тебя самого обоссу. А ты при этом не то что не разозлишься, ты будешь просто счастлив». Смешная херня, да? Ты будешь счастлив. Эй, знаешь что? Он не прошел проверку. А ты? С тобой все в порядке. Да я знал, что со мной все в порядке. Это потому, что мы с Буко давно знакомы. С Бучо. Да, и с ним тоже. А этот парень? Да я только сегодня его встретил. Проходи. Хороший выстрел, кстати. Я хотел сказать, хорошая работа. Приятно видеть, что все здесь делается основательно. Все круто, Эссе, круто. Веди меня.